Привет. Вы, наверное, уже соскучились по мне, да? Эх, что-то я совсем закарантинила. Ушла, так сказать, в себя. Ой, ну что ж, пора возвращаться. Так, сегодня мы возвращаемся к нашим прогулочкам по балкончикам, и я рассказываю новую историю. Точнее, ее рассказывает автор, а я лишь доношу до ваших сердец. Итак, сказка про улитку Александра Артемова. Улитка, улитка, высуни рожки, дам тебе картошки. Ой, дразнили ребята. Еще чего, думала улитка, сидя в своем маленьком уютном домике. Вот высуну рожки, а вы в них вот как пальцем тыкните. Знаю я вас. Мне вот и тут неплохо сидится. Картошки, правда, у меня нет. Эх. Улитка вздохнула и пошла варить кофе. В домике у нее всегда было чисто, уютно, а в воздухе витал кофейный аромат. Но домик был настолько мал, что гостям в нем совсем не было места. Гости были вынуждены оставаться снаружи. А зачастую, ну, как вот эти вот мальчишки, были гостями непрошенными, чем сильно докучали хозяйку. Улитка налила себе полную чашечку и села. За окном все те же дети уговаривали высунуть рожки. А может быть, они и не плохие ребята, а? Домик мой не трясут. Картошки, конечно, у них нет, но зато какой арбуз притащили. Ой, неужели для меня? Эх, была не была. Улитка встала с кресла, достала из шкафа три чашечки, налила в них кофе. И, поставив все это добро на поднос, она осторожно, чуть дыша, стала вылезать. Ой. Мальчишки наблюдали. Одна рожка. Две рожки, голова и поднос с тремя маленькими чашечками. Ого! Удивились ребята. Такое они видели впервые. А ты хочешь с нами подружиться? Ага. Кивнула улитка, колыхая рожками. Угощайтесь. Так они и подружились. Улитка рассказывала много интересных историй из мира насекомых, а ребята поделились с ней своими мальчишескими радостями. Слушай, улитка, а ты одна такая умная, да еще и с кофе? Нет. Все улитки любят кофе, а еще любят поговорить. Но кофе варят все, а общаться не спешат. Сидят в своих домиках, боятся, что их обидят, что рожки заденут. Признаться, я тоже вначале испугалась, но вы, кажется, отличные ребята. Ребята были в восторге от интересной собеседницы. А улитка была счастлива, что победила свой страх и нашла новых друзей.
Вот такая вот история. Ой, мне лично очень понравилось. Ну что, до новых встреч. Пока.